Всем доброго здоровья, друзья, мир вашему дому. Как-то задавали мне вопрос наши подписчики: расскажи про мансардное окно. Сейчас мы находимся в нашем доме, и вот наше, собственно, окошко. Значит, когда еще до того, как построить дом, у меня было такое желание. Да даже не просто, ну, какой-то выпендреж, в общем, просто было желание, чтобы в моем доме было мансардное окошко. И так повезло. Я даже не знаю сейчас, сколько они стоят. Ну, нашел какую-то фирму, и там вроде какая-то даже акция была. Вот, фирма Velux вот этого окна. Достаточно известная фирма, хорошая, деревянное окно. Вот, и тут самое главное — его правильно сделать. Вот, потому что некоторые задают вопрос, говорят, оно там не текет, ты там с тазиками не бегаешь. Нет, слава богу, с тазиками не бегаю. Значит, у меня два работника, которые делали крышу, они такой советской закалки были, ребята, делали все честно, на совесть, и сделали мне окошко очень хорошо, вот, прям идеально сделали все, то есть у меня ничего не текет, все уплотнители, все как бы, все в идеале. Значит, любое окно, конечно, это, ну, теплопотеря, что ли, вот, но за счет того, что оно сделано сверху, и, например, в зимний период, понятно, все тепло стремится вверх, то, ну, как-то это чувствуется по минимуму. Вот, потому что постоянно, вот, видать, вот это тепло, ну, как-то поддерживает и не дает холоду сильно, значит, спускаться. Хотя оно там трех, по-моему, трехпакетное тоже, или двух даже. По-моему, трех похоже. Вот. Значит, конечно, вообще бы в зимний период, вообще бы, ну так хотелось бы, да, здесь еще бы такое одно, пакет бы, стеклопакет, раз, просто зимой мы все равно его не открываем, стеклопакет еще сюда поставил, тогда, наверное, вообще было бы идеально. Вот, все там эти с боков какие щелочки, то есть я все сделал, там пропенил, деревом зашил. Вот, ветра с него как такового нету, но холод все равно некий чувствуется, потому что мы же в Сибири живем. Если, ну, например, мороз какой-то там, вот, и, например, дома еще не топлено, вот, ну, или, может быть, ну, собственно, как от каждого, наверное, предмета, да, который промерзает. Вот, хотя оно никогда не замерзает, в том плане, что вот так вот покрылся, полностью инеем покрылось, то есть такого никогда не было. Потому что, я говорю, как бы тепло идет. Вот. Но из плюсов. Какие плюсы? Конечно, в комнате светлее. И, собственно, было желание-то зачем его сделать? Чтобы, значит, наблюдать Божью красоту, смотреть на небо. Это же так красиво. Тем более мы живем в деревне, где света городского нету. Ну, там каких-то фонарей. И у нас очень-очень ярко и близко видно звезды. Вот. Это один из преимуществ, значит, жизни в деревне. Луна бывает так вот светит. Ну и вообще такие звезды, там спутники, еще что-то, кометы. Вот. Или точнее метеориты там. Вот. Это очень красиво. Ну и, конечно, вот так наблюдать можно. Вот в какой-то такой период, ну, в летний, то есть его можно приоткрыть. Тут даже будет прохладца такое. Вот. Ну, когда до комариков, когда еще комаров нет, а когда есть комары, они, конечно, несмотря на то, что даже вроде как высоко, все равно сюда залетят по зову сердца, чтобы кусать. Вот, поэтому, значит, то, что я его сделал, я не пожалел. Вот, все, слава богу, прям здорово, мне оно очень нравится. Ну и, наверное, если оно было размещено на северной стороне, наверное, было бы не очень. Вот, оно у меня размещено на южной стороне. Ну, как я так захотел, чтобы и солнышко сюда светило. Хотя бывает жарко. Значит, ну, просто рекомендуется сюда сделать шторочку такую, как жалюзи. Вот, я, наверное, когда-то до этого дойду. Пока я просто листом пеноплекса прикрываю. Потому что, ну, реально от него очень жарко. Солнце прям светит напрямую, в комнате становится очень жарко сильно. Вот. В книге Библии, в одной самой читаемой книге, Псалтырь, там в 18-м псалме написано: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь». Вот, поэтому очень приятно, очень интересно смотреть на дело рук творения Божьих ночью и днем. Вот, поэтому, ну, чего и всем, пожалуй, желаю,
чтобы познавали Бога через Его творение. Вот этот как раз один из способов. Ну все, задавайте вопросы, еще будем отвечать.